Нескольких часов шла трансляция, повторяю, на НТВ. И нам очень приятно, что каждый день, ведь НТВ показывает 18 часов спорта ежедневно. И вот мы увидим еще три упражнения, и вновь прокомментируйте их, пожалуйста. Вот Алина делает упражнения с обручем. Это у нее такая современная диско-музыка. У нее очень разнообразная программа. Диско, комаринская, будем говорить. И, в общем, лента у нее тоже известная такая, классика диско. И вот она делает, видите, вот, например, равновесие. Нужно держать одну секунду, она держит намного больше. Она делает все с запасом, и это очень приятно. Вот тоже уникальный элемент, который она делает с обручем. Обратите внимание на высоту прыжков и на ее растяжку. Это очень редкое сочетание, когда такая амплитуда, такая растяжка суставов дает возможность еще так высоко выпрыгивать. Обычно, если гимнастка растянутая, она не прыгучая, и наоборот. А здесь вот это, говорится, природа ей дала многое. От Бога она получила очень много. Но, правда, ей приходится очень движиться, потому что она склонна немножко к полноте, и она очень должна следить за своим весом. Но я думаю, с ее умом она будет держаться и все-таки станет звездой. Выступление превосходное. Мы видим сейчас повтор. И она выиграла соревнование с...